Кипящий котел. Именно так выглядел игровой зал спорткомплекса имени Булакина в минувшую субботу. 4 ковра, порядка 300 спортсменов и несколько сотен зрителей. Это городской фестиваль единоборств. Когда-то его придумали в профильной абаканской школе для популяризации различных видов спорта, но с течением времени он превратился в полноценный спортивный праздник. Конечно, все виды спорта мы не можем показать единовременно, но 4 наиболее зрелищных массовых вида спорта единоборств представлены сегодня в спорткомплексе имени Булакина. Это греко-римская борьба, дзюдо, стилевое карате и рукопашный бой. По всем этим видам спорта проходит первенство города Абакана, выявляются сильнейшие, наиболее перспективные и талантливые спортсмены будут представлять город Абакан на республиканских и всероссийских соревнованиях. Для зрителей фестиваль единоборств – это настоящее пиршество. Выбирай, что больше нравится. Борьба – вот, пожалуйста, 2 ковра, на одном дзюдоисты, на другом классики. Если больше по душе схватка в стойке, то милости просим на татами, где бьются каратисты. А если явных предпочтений нет, то вот он, рукопашный бой. Тут и ударная техника, и навыки борьбы. Самое главное, что все ребята настроены на то, чтобы показать все свое мастерство. Очень хорошо все получается. Победил 2 боя, должен быть еще один бой. За первое, второе. Так... Первый бой нокаутом выиграл. Сегодня будешь бороться за победу? Да, буду. Тяжело, ты, говорят, маленькая самая? Да. Тяжело? Да. А как справляешься? Ну, просто верю в себя, пытаюсь. Это самое главное, молодец. 5. В планах организаторов однажды превратить городской фестиваль единоборств во всесибирский. Это сложно, так что остается одно – засучить рукава и работать. Ну а о результатах нынешнего фестиваля расскажем в программе «Спортанзор» в пятницу в 21:35.